Всем привет! Та-та-та-най, да вы тебе сегодня у нас динозавры яйца. У нас много яиц? О, Да! Давид, а кому они принадлежат? Вот эти динозавры! Покажи, кто там у тебя? Я... Вон все динозавры? Они что, перепутали яйца? Эй, друзья, привет! 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 Давид, помоги нам! Давид, помоги нам! Мы не знаем, где наши яйца! Помоги нам, пожалуйста, найти наших детенышей. Я не знаю, я там могу. Ну, открывай тогда яйца. Кто, в каком яйце, мы не знаем. Ну что, открывай яйцо, что там внутри? Кто у нас там? Да какой детеныш у нас внутри? Ну-ка, открывай. О, первый детеныш у нас стегозавр. Где его мама, Давид? Покажи. Кто у нас тут попался? О, маленький стегозавр. Привет, я стегозаврик. Меня зовут Стегоша. Вот такой я маленький и красивый. А где моя мама? Давид, покажи мою маму. Мама, привет. Привет, сынок. Привет, мама. Ну, пошли гулять, мама. Пошли. И ушли. Динозаврик. И открываем второе яйцо. А кто у нас во втором яйце? Вот он, О, какое оно цветное, смотри. Остальные все какие-то другие. А это какое-то цветное у нас яйцо. Оно, наверное, особенное. Интересно, чей это детеныш? Наверное, это мой. Давид, най. Нет. Ну, я надеюсь. Найди, пожалуйста, моего детеныша. сейчас. Кто там тебе попался? Может, это мой детеныш? Да. Привет! Какой-то ты зеленый. Почему ты зеленый? Я такой маленький. А кто это такой? Я плячу за ты Это тоже цетиозаурус. плячешь. Это Это цетиозаурус. Да. Это плачиозаурус, говорит Давид. Ну, иди ко мне, мой малыш. Привет, привет. Мама, пошли гулять. Пошли. И ушли гулять. И открываем третье яйцо. Ой, да оно залежалось у нас совсем уже. Вон в траве все. Ну-ка, давай его. И кто же у нас в этом яйце, Давид? Посмотри, он уже хочет уже открыться. Вон уже все в трещинах. А ну, давай, открывай. Кто же в этом яйце у нас? Наверное, это мой детеныш. Это Да. мой. Ну-ка, Давид, открывай его скорее. Кто же там внутри? Разве это... О, наверное, это мой детеныш. Давид, кто это там? Кто это попался? Это брахиозавр. Покажи его сюда. О, вот он какой. Привет! Я брахиозавр. Привет, привет. Я брахиозавр. Привет, привет. Вот такой у меня длинный хвост и длинная шея. А это моя мама. Пошли гулять, мама. И они ушли гулять. А тем временем другие динозавры уже были в нетерпении. Они хотели найти своих детенышей. И кто же у нас в этом яйце попадется? А ну, это Рекс, ты думаешь? А ну, доставай его. Кто там у нас? О! Да это же мой детеныш, Давид, спасибо тебе большое, ты мне помог. Я грозный тиранозавр Рекс, страшный динозавр-хищник, который поедает всех вокруг. А это мой детеныш. О, я снова стал добрым, потому что я увидел своего малыша. Привет! Вот он какой классный. Привет! Папа, привет! Вот какой я классный. Маленький тиранозаврик Рекс. Ну, какие у нас там еще яйца остались? А ну, давай, доставай. Этот лицетопс, это тебе. Трицератопс это? Да. А ну, доставай. Это... Давид, ты нашел моего детеныша? Да. О, я очень рад, ребята.
Давид нашел моего детеныша. О, какой он классный. Привет, привет, малыш. Маленький трицератопс. Или трицераптос его еще называют. Вот так он. Маленький, хорошенький трицератопс. А это его мама. Пошли, мама, домой. И ушли. А вот это вот, Лад. И какие у нас... У нас осталось последнее яйцо. Кто же у нас спрятался в этом яйце? Это стегозавр, стегозавр. Стегозавр там опять? Угу. Да ты что? Это... О, смотри, у стегозавра два детеныша. Ты только посмотри. Ничего себе. А я у тебя только один. Я тоже хочу братика или сестричку. О, стегозавр. Ну ты даешь. У тебя целых два детеныша. Да. Да, посмотри, один какой красивый. Один оранжевый. Вот такой красивый. А другой какого цвета? Он обиделся. А другой вот такой. Привет, Давид, ты нас освободил. Да. Спасибо тебе большое. Мы нашли нашу маму. Мамочка, привет. Привет, детки. Залезли к маме на спину? Ну вот они какие. Один на вот туда. Ну, пошлите, ребята, гулять. Ставь лайк и подписывайся на канал. Давайте пока-пока. Пока-пока.